трансформаторная будка, да. Сегодня так жарко. Вот, до конца дома дойду. Я говорю, дай бог здоровья мужчине, как он нам просто помог. Говорит, сейчас. Здесь деревья. Так, вот здесь, я не знаю, выход есть. Сейчас попробуем пройти. Так. Вот этот проход, наверное, несколько лет уже был. Да, давай погуляем. Погуляем в это. Откуда, куда да. Может, на ту ну, давай вот отсюда проход есть. Так, зашли. Проход. Хотим обойти дом, заснять с другой стороны. Ну, здесь, видишь, ой, как здесь хорошо, слушай, спокойно, какой дворик. Здесь частные дома уже в основном. Видите, это, скорее всего, этого и не было всего. Это все частные дома. Вот, буду медленно идти и снимать. Хорошее место, нет, мне понравилось как-то от дороги. А вот это старый гараж. Наверное, он 100 лет здесь стоит. Видно, что он старый. А там, видишь, тоже домик. Но я не знаю, уже старый он или нет по крыше. Но вот тот точно был. Да. Дай бог, я говорю, надо было, я не спросила как-то. Ну, думаю, может, человек не хочет писать именно какое окно. Не все же хотят точно сообщать. Но вот, может быть, какое-то окошко ваше было. Не может быть, а точно. Сначала дом с ним, а потом здесь вокруг походим. Да. Да, вот это баня. Мужчина сказал, бывшая баня. Говорит, а на месте этой бани вот такой вот дом построили. Давай тоже пойдем туда погуляем. Вот этот дом очень старый, вот видишь, и за ним. Это то, что я лицевую часть снимала только что. Да, старые дома. Бывший банный двор. Да. Да, вот нам тоже мужчина сказал, вместо бани построили этот дом, высотку. Это третий, да, видишь, как мы, как улица Агамалиев. Вот сейчас я сниму, тоже табличка висит здесь. Мы бы сами не нашли, пришлось бы помучиться, потому что старые названия только знают старожилы, а бывает, что и старожилов уже не найдешь. Спрашиваешь, как вот в Сумгаите мы не могли найти около орбиты дом, спрашиваешь, никто не знает, никто не помнит. Видишь, их тоже скоро снесут, эти домики. Это последний век доживает, как говорится.
Ну вот. Вот здесь тоже идет стройка. Тоже что-то строится. Так. Сейчас я... Вот там был сельсовет, да? Там был? Да. А, давай здесь тоже пройдем. Вот отсюда. Не пойдем уже той дорогой, а здесь завернем. Я хочу вот... Видите, наверняка здесь все старые здания сломали. Вон тот дом меня интересует. Вон он. Вон, вон, вон. Смотри. Старый дом. Это тоже старый. Это тоже старый, да. А это... Да. Выдвинули балконы. И не... Здесь садик открыли. Это, наверное, тоже новое. Тут, может, старый гараж. Давно стоит, правильно? Это, может, и старое что-то здесь. Ну, вот выход на центральную дорогу. И подожди, вот дом, смотри, отсюда видно. Дворик. Мне интересно, сколько лет этому дому. Уж очень он мне понравился, несмотря на то, что он в таком плачевном состоянии. Но чувствуется, что его строили давно. Хочу просто пройти посмотреть. Это семья живет. Так. О, какой старый дом. Какой старый дом. Дворик. Здесь, видишь, у них своя атмосфера жизни. Растет что-то. Отсюда уже выход на центральную дорогу, а мне тут еще один дом приглянулся. Сейчас. Тоже старый. Это продолжение этого дома. Раньше назывался поселок Кирова, а сейчас называется Виноградинский поселок. Виноград. Жалко, я, конечно, не могу в блок зайти. Блоки тоже старые-старые. Вот. Видите, какие двери. Какой вот балкон. Так, выходим на дорогу. Там дальше уже мост. Здесь цветы продают. Так поднялось настроение. Так, кукуруза продается, неплохая. Это шампиньоны, просто коричневые. Да? Да, да, тоже есть видный белый, есть коричневый. Марина все время берет коричневый. Марина берет коричневый и говорит, что коричневый лучше. Лучше, да. Цена здесь 80 манат. 80 манат, говорю, 80 копеек. Как у нас, в принципе. Здесь тоже недорогие цены. Сели на автобус и едем в Лобханы. Правда, с пересадкой будем ехать, придется еще автобус поменять. Пошли в магазин, каких только сыров здесь нету, посмотрите.
и по эту сторону. Правда, цены не указаны. Это где на годах мы сошли. Сейчас пересядем на автобус до Нур-Хану. Берем орехи домой. Орехи нам здесь понравились. Взяли вот такие крупные орехи. Здесь вообще везде маленькие такие ларечки. Сколько зелени. Зелень так красиво лежит. Вон, смотри, еще ярмарка здесь. Зайти. Так, купили за манат мандарины. За манат 50. Желтые.